Предновогоднюю неделю дорожные полицейские начали с массового рейда. В центре внимания автомобилисты, севшие за руль в нетрезвом состоянии. 7 часов, утренний час пик. Экипажи ДПС расположились на улице Шошина. Движение интенсивное и одностороннее, так что проверке подвергся каждый водитель, проложивший здесь свой маршрут движения. Для того, чтобы вычислить хмельного ездока, всех автолюбителей продувать не обязательно. Достаточно лишь побеседовать с водителем. Это занимает несколько секунд. На обочину. Здравствуйте, инспектор ДПС полиции ШОФ. У нас сейчас проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». То есть проверяем ваше состояние. Документы все в порядке у вас? Водительское свидетельство, регистрация, полиса ОСАГО. Давайте документы быстренько посмотрим ваши. Штраф нет, не оплачено? Нет, по-моему, все платил. Все. Держите, счастливого пути вам. Лишь тех, кто вызывает подозрения инспекторов, излишне нервничает или имеет помятый вид, приглашают в патрульный автомобиль. Здесь водителям предлагают пройти проверку алкотестером. Дуйте до щелчка. Долгий продолжительный выдох. Долгий. Ага. Трезвы, как стеклышко, оказались абсолютно все проверенные автомобилисты. Очевидно, водители стали ответственней. Это подтверждает и статистика. За 11 месяцев этого года в городе Иваново было зарегистрировано 48 ДТП с участием нетрезвых водителей. Если сравнивать с прошлым годом, то количество происшествий стало меньше на 12%. Однако выросло количество погибших в результате данных дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году было зарегистрировано 5 погибших, в этом году зарегистрировано уже 7 погибших. Поэтому мы еще раз привлекаем внимание водителей к этой проблеме и напоминаем, что последствия употребления алкоголя за рулем может быть самые плохие и плачевные. Инспекторы планируют в течение 2 новогодних недель проводить подобные проверки регулярно, чтобы у водителей не возникало соблазна покататься под градусом в праздники. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.